Всем приветик. Это у меня тут кофе делаю. Шипит, так что извините, будет громковато какое-то время. Сейчас у нас 2:35. Я еще не открывала сверди. Сейчас буду. Вот Андрей открыл сырок с колбаской. Я готовлю еду. Сейчас покажу. Так, вот для отчета 2:35. Готовлю что-то типа чили, но только без фасоли, без бобов. И это потом можно есть с сыром, со сметанкой сверху. Ну и кофе, опять капучино у нас. Ой, блин, громко. Когда ты уже перестань? Вот такую я красоту соорудила. Это с мускатным орехом еще сверху. Кофе там уже внутри. Сейчас это я Андрею, сейчас себе сделаю еще чашечку. У нас уже больше, чем 8:30. Гуляем с Редом. По шагам у меня сегодня не очень, потому что целый день были заняты по дому в основном. Это Андрей ходил утром гулять, да, с Редом, и в обед. У Андрея уже больше 10 000 шагов. У меня, ну вот, закончу прогулку, потом покажу, сколько. Но пока не очень много. Как вы думаете, чем я занята в 9:00 вечера, в 9:11? Сейчас покажу. Та-дам! Решила испечь кето-маффины, потому что Полина на работе. Андрей у нас очень сильно похудел. И решил попросить. Полина на работе работает, где продают мороженое. В общем, попросила ее купить мороженое. И она привезет мороженое. Там с шоколадом, с клубникой, с бананом. В общем, со всеми радостями. А я, чтобы удержаться от этого мороженого и не есть. Потому что он меня соблазнял. Он говорил, давай поедим. Я делаю кето-маффины, так что я буду пить чай с маффинами, с правильными. Ну, они из пакетика, но вроде как кето. Тут кокосовая мука, эритритол вместо сахара. В общем, добавлены еще 4 яйца, растопленное масло. Сейчас сюда еще уксус нужно добавить. И, ну, я их уже выпекала, там в моих предыдущих видео было. Так что я попью чаек или, может, кофе, не знаю. Да, ночь глядя кофе, да, ну мне без разницы, я все равно от кофе спать спокойно могу пойти, после кофе, в смысле. Так что из этого вот должно получиться 9 маффинов, сейчас я их сюда выложу, 15 минут и удовольствие готово. Всем привет, всем доброе утро, у нас понедельник. Спортом сегодня не занимаюсь, потому что мне нужно Нила отвезти в школу, сейчас 6:30 утра. Но я решила начинать показывать, как... Ну, будет изменяться мой вес, наверное. Я уже взвесилась без одежды. Вот, вес радует. Идет вниз со вчерашнего дня. Ну, если сравнивать со вчерашним днем, то меньше. Вот, сейчас оделась, взвешусь в одежде и покажу вам. То есть будет, наверное, немножечко больше, потому что весы, извините, поверхность зеркальная, и как бы точный вес просто без одежды показать не смогу. Ну, буду, наверное, одевать одну и ту же одежду, чтобы, по крайней мере, был виден прогресс. В общем, вот понедельник, утро, и сейчас будем взвешиваться. Так, телефон я в руках не держу, положил здесь на тумбочку. Вот мои весы. Сейчас мы на них становимся. Вам, надеюсь, видно? Ой, так... Ну, немножечко больше, на целый, больше, чем на паунд одежда потянула. Ну, ладно. В общем, вот, 3 шестерки. Это в паундах, вот такой вот мой вес. Но оно тут сейчас дальше считает всякие показатели. Это пульс он сейчас будет считать. Видите, красненький человечек. Надо, чтобы он слева синенький загорелся. Или хотя бы зелененький. Красненький, это самый крайний правый, значит, все еще толстенький. Когда он идет так вот левее, идет человечек, вот в ту сторону, покажу. Вот в ту сторону, когда идет, худей становится. В общем, вот мой вес в паундах. Посмотрим, какой будет прогресс. И вам покажу. 11:00 у нас. Вывела Реда погулять. У меня просто был прием у врача. Я взяла 2 часа. Справилась раньше, поэтому думаю... Раз уж все равно взяла 2 часа, сейчас мы погуляем. Вот. Нахожу немножко шаги утром, потому что Андрей с ним ходил. У меня сегодня еще шагов очень мало. Да, у врача была, сдала. Опять у меня кровушку взяли. Попросила, чтобы на витамин D3, на мою щитовидку, чтобы проверили, и холестерин.
Просто хочется посмотреть, какие у меня результаты, потому что я сдавала в 20-х числах марта. Вряд ли там сильное улучшение, ну вообще, если есть какое-то улучшение. Месяц прошел. Просто посмотреть, хоть в какую сторону двигается, в нужную мне или не совсем нужную, или вообще никакой разницы. Вот. Все, рабочий день у меня закончился. Мы опять гуляем с Редом. Нахаживаю шаги. Ветер у нас поднялся, но теплый. Андрей гуляет. Шаги нахаживает. У тебя сегодня много шагов? Уже, наверное. У меня за день всего 5000 было до этой прогулки. 8. Да вот 10 тысяч. Ну, у него уже 10 тысяч есть. 10 000. Знаете, как хорошо, когда на работе нахаживаешь, а не сидишь. Нет, я с рядом. Да, на работе сидел? По всему магазину. У нас очередное включение, 6:40 вечера. Вот, ужинать собираемся. Это мой ужин, стейк, салат с сыром, орешками, сельдерей еще. Всем приятного аппетита. А, ну, заодно отчитаюсь по шагам, потому что далеко уже вряд ли, хотя, может, еще с рядом пойдем гулять. Но норму выполнила, 10511, так что, если будет больше, хорошо. Все, всем пока. Я там уже попрощалась, но еще вот буду есть кето-маффин, который вчера испекла с чаем. Чай это у меня такой страшно темного цвета, это мати-мачеха, что я в аэропорту, наверное, подхватила чего-то. В общем, покашливать стала. Лечусь.